радует, что уровень фестиваля достаточно высокий, и исполнительское мастерство высокое, и балетмейстерское мастерство тоже на высоком уровне. И приятно видеть горячие глаза на сцене и готовые танцевать, и танцевать, и танцевать. И еще очень приятно видеть, что люди танцуют от мал до велик, и существуют такие категории, как смешанная группа, где можно встретить и совсем маленьких участников, и уже взрослых.